not a test. This is your emergency broadcasting system announcing the commencement of the other weekly stream, sanctioned by CSV Streamer. Memes of class 4 and lower have been authorized for use during streaming. All other memes and jokes about mums are limited. Chat officials, channel subscribers of ranking 10 have been granted immunity from the ban and will not suffer. All other non-subs will be subject to persecution. Commencing at the siren, being in the chat will be legal for 12 continuous hours. The channel moderators will be unavailable until 10 p.m. when stream concludes. Blessed be our new founding streamers and Twitch, a reborn nation. May God be with you all. Здравствуйте, дамы и господа. Скажите мне, хорошо ли меня слышно? Потому что слышно меня должно быть хорошо. Но как вы знаете, когда у меня что-то не настроено, оно не настроено. Однако, как правило, у меня все настроено. Но если не настроено, то может быть и не настроено. О, такие дела. Здравствуйте. А музыку слышно? А так? А так? А так? Короче говоря, я хочу сказать, что вчера я наконец-то размочил этот сезон и в первый раз в этом году выехал на шашлыки. Мне понравилось. Подробный фотоотчет в группе Дарьи. Самые крутые фотки в Твиттере у меня. Вот. Но помимо всего прочего, я там очень нехило так обгорел, потому что весь день ходил с голым торсом, с мощным, мощнейшим грудаком наружу, как говорится, и поэтому обгорел как зяблик. То есть у меня сейчас даже я трогаю плечи, они как будто дубленые. Вот, по этому поводу я вчера простудился. Ну как, не простудился, а когда ты вот пережаришься на солнце, есть такое вот воспаленное состояние, да? Когда у тебя поднимается температура и тому подобное. Вот. И, короче говоря, в результате вчера весь день коматозил, но сегодня мне хорошо, вроде как. Но временами, конечно, я еще покашливаю. Это не тепловой удар, это... Это, может, и тепловой удар.
Сметана в помощь. Да уже все прошло. На самом деле, вчера я просто сидел, и мне ничего не хотелось. Я тут посмотрел телевизор, и там показывали ужастик «Зеркала». А потом меня просто вырубило. То есть я был болел. Я думал, сегодня болеть буду. Но, короче, в результате... А че я камеру-то не включил? Алло. Алло. Здравствуйте. Вот. Это шашлычный удар. Боже, какие там были шашлыки. Это были одни из самых вкусных шашлыков в моей жизни. Потому что, как правило, шашлыки либо не дожариваются, либо пережариваются. Вот тут было просто идеально. Понимаешь? Мясо было мягкое. При этом хорошо прожарено. Не знаю. Короче. Суть в чем. Мы сегодня будем играть в Aya Souls. Это код Vein. Мне ее предоставил издатель российский. Но между тем, ее массово раздают зрителям, поэтому вы можете поиграть в нее сами. Эта игра является долгостроем. И, короче говоря, ее уже несколько раз откладывали. Каждый раз то, что я видел по геймплею, выглядело шняжно. Дело в том, что для Dark Souls очень сильно важно, чтобы, ну, для игры такого плана, чтобы ты чувствовал удары. Все удары, которые показывали нам в геймплейных роликах, которые выходили до этого, ах, чешется, не чесать, выглядели так, как будто ты бьешь просто в пустоту. Какого-то импакта от попадания оружия по врагу не было. Вот, и разработчики сами видели, что получается лажа. И поэтому много-много-много раз откладывали игру. И между тем, последние геймплейные трейлеры вызывают интерес. Вот, и помимо всего прочего, я хочу сказать, что сюжет в последних роликах тоже вызывает интерес. И, помимо всего прочего, там есть редактор персонажей, в котором мы можем создать практически любого анимешного персонажа. Сейчас запустил игру, чтобы проверить. Я, как правило, настраиваю все и проверяю перед тем, как стрим запустить, работает ли оно, потому что я профессионален. Вот. И, короче говоря, там можно создать что угодно. Мы с вами сейчас будем создавать женского персонажа с огромными оружиями. И, в общем, возможно, даже создадим 2B. Посмотрим, посмотрим, короче говоря. Говорят, бетка очень небольшая, на часика полтора. Вот, ну, у нас два, наверное, потому что мы будем создавать в редакторе какого-нибудь красивого персонажа. Можно и мужского, конечно же. И, собственно, вот, после этого начнем играть, а после этого мы пойдем в мою новую любимую игру Layers of Fear 2, в которой я понимаю сюжет от и до, и поэтому, соответственно, мне настолько интересно там находиться. Привет, Фокси! Спасибо, Серый Волк! Да, да, именно так. Нас Легион, спасибо за 21. Астралиск, спасибо за 2. Куксончик, спасибо за Тирван. Нот 32, спасибо за Тирван. Видел тизер колды? Да, видел. Я его когда побольше народу, то есть после окончания этой беты и перед окончанием... Ой, перед тем, как мы пойдем в Layers of Fear играть, посмотрим трейлер кода, трейлер монструма второго. И что-то еще там было хорошее, что нужно было посмотреть. Вот, а потом пойдем в Layers of Fear играть. Такие планы на сегодня. Косплеишь Дэдбула? Дэдбула? Не знаю. Нет. Какого Дэдбула? Ты о чем? Расскажи вкратце, о чем сюжет Layers of Fear. Ну, типа, ты, короче, ходишь такой, а вокруг тебя наркоманы кругом. Ну, то есть ты в Омске, вот, но ты тоже наркоман. Ты только что шарнулся новым наркотиком, который еще, ну, в принципе, ни у кого нет, и тебя кроет. И ты не понимаешь, почему все остальные не понимают, почему тебя кроет вот так вот, как их. Дома перекошены, манекены бегают по стенам. Черно-белое все внезапно становится. И ты как будто на... Ты запрыгиваешь на детскую площадку, начинаешь на игрушечном корабле и просто представляешь, что ты пират. И вокруг тебя начинают происходить настоящие пиратские приключения. Ты прям самый настоящий капитан Крюк. А потом ты чувствуешь себя кинозвездой. И ты просто идешь к мусоропроводу и пытаешься его открыть. А на самом деле это сейф. Сейф, и у тебя есть четко над ним комбинация. И ты вращаешь. А в это время огромный батя ходит и заглядывает в окна, и дышит огненным дыханием. На самом деле это просто перегар, но оно огненное. Это первые три акта. Вот, да. Наркотики — это зло. Никогда не употребляйте. Layers of Fear — это, наверное, одна из самых кричащих агиток против наркотиков. Одна из самых. Она показывает, насколько это страшно. Замолчи, музыка. Я что-то аж загрузился на секунду. Так, сейчас мы с вами включим 4К утилиту. Зачем? Выключим обратно. Включим OBS, потому что через него захватывать консоли удобнее. А почему не через официальную утилиту? Потому что она передает круче. Нет, она с задержкой передает. Вот, поэтому, соответственно, лучше через OBS. Ага, так. Теперь мы включаем консоль.
Вот так. Включили. Ага. Хорошо. Гоуняшек создавать. Сейчас мы будем это делать. О, да. Включили. Но у нас остается звук. Так, подождите, это все еще профессионально. Все еще профессионально идет. Скачиваем игру, не выдумывай даже. Так. Я вижу живых людей. Все отлично. Звук прекрасен. Я хорошо. Так, людей. Переходим в полноэкранный режим. А себе переключаем на источник. То есть вы будете видеть то, что вижу я через карту захвата, а я буду видеть то, что я вижу напрямки сквозным сигналом из карты захвата в монитор, чтобы у меня была минимальная задержка, потому что задержка в полсекунды меня задолбала. Именно из-за этого я проигрываю. А теперь я проигрывать не буду. Даже фон сзади профессионален. Да. Так. У рыцаря еще дополнение, скоро вторая часть. Ты когда начнешь добивать его? Мистер Астерик, я уже... Раз, наверное, 200 сказал, что Hollow Knight — это игра, которая заброшена. Прохождения больше не будет. Мне она не понравилась. Мне не понравилось то, во что эта игра превратилась под конец. Поэтому прохождение закрыто. Его больше не будет. Вот. Между тем, Код Вейн. Ладно, я пошутил. Я еще в самом начале говорил про то, что... Эту игру я буду проходить неторопливо. Буду проходить, вот, иногда получается по стриму в месяц. Но чаще, гораздо чаще. Вот. И поэтому как будет, так будет. Эта игра не в приоритете. Я ее играю, когда на нее есть настроение. И как ты заметил, я ее не забрасываю, потому что по игре уже было 11 стримов, понимаешь? 11 стримов, это о чем-то договорит. Вот. Почти поверил. Старайся лучше в следующий раз. Джорни, Абан. Бан хочешь? Персона. Я бы допрошел персону, если бы она была на русском, но такие пласты текста. А ты, кукушка, а ты? А ты? Давай посмотрим, у кого здесь больше шансов получить бан. А? Омску не везет. Люблю тебя по-гейски, хоть я и девушка. Спасибо за стримы. Омску не везет, на что ты намекаешь? М? Это демо-версия, выпуск сетевого теста. Не успел прочитать дальше, блин. Игра сохраняется автоматически. Меня очень радует, что в ней есть русский язык. Ай-яй-яй, начинается. Код Вейн, Network Test Edition. Тут можно красивых анимешных девочек делать, держу в курсе, пишет Art Games LP. Однако, я об этом сказал 5 минут назад, о том, что мы можем создать здесь огромные оружия для прекрасных анимешных девушек. И сегодня мы будем, наверное, ну я успел запустить, будем делать 2B. А почему? А потому что мы можем. А почему мы можем? Потому что мы идиоты. Особенно ты, чё? Так, что тут есть? Автоматическая смена цели. Боже, насколько в этой игре все... Управление, кстати, очень похоже на Нио. Ну, то есть атаки на квадрате треугольники, а не на L1-R1. Япошки радуют. Единственные, кто топит за сексизм в играх, пишет Art Games LP. А мы порицаем и осуждаем. Ужас какой. Угу. Конечно. Тут еще есть дары, и это главная основа местной механики. А как мне теперь вернуться назад? Я не могу выйти. А вот отмен и вернут. Угу, хорошо. Музыка такая бибельтумб. Не хотим туби, хотим Бриену Тарт. Дерево, если ты хочешь Бриену Тарт, то это... Хотя это прекрасно, ты знаешь, 2019. Здрасте. Вас не слышно, алло. Алло. Я вижу живых людей. Я вижу. Вспомнить имя. Людей. Сначала вспомнить внешность. Dark Lion, спасибо за 3 месяца. Персонаж мужского пола. Для начала просто покажу вам этих анимешных мальчиков. У японцев очень странно воспринимается такое понятие, как мужественность. Как вы знаете, по той же Final Fantasy 15, вот и здесь. Посмотрите. Вот, ну, как бы... Они выглядят очень круто, но... Мужественны ли? Хотя вот этот такой ничего парень. На поп-копа похож.
Вот, вы можете создать что угодно. Здесь просто дичайшие персонажи, дичайший редактор персонажей, хотел сказать, просто дичайшие настройки всего. Вот, так что те, кто хочет играть за мальчиков, будут довольны. Мы, конечно же, нажимаем кнопку «Изменить пол». Надеюсь, что мы делать... Надеюсь, что мы это будем делать в игре. О, да, теперь мы будем девочкой. Кнасай. Простите. Нам нужно создать 2B. О, май. Что за сексизм? Зачем такие дойки? Ужас, порицаем, осуждаем. Посмотрите на этот редактор, здесь реально... О, вот это похоже на Еву. Ева красивая. Вот это похоже на Таню, кстати. Похоже на Таню. И она похожа еще на Триш из Devil May Cry. Где похожие на Дашу? О, ну ладно, скажем. Так, вот основа. Не-не, подожди. Сейчас мы будем создавать 2B, окей? Это бан? Хорошо. Посмотри на этот дизайн персонажей. Ну, то есть, блин, это... О, май, это реально прикольно. То есть, я как бы китайские мультики не люблю, но даже я признаю, что да, это выглядит симпатично. Вот. Применить выбранные настройки, дополнительные настройки телосложения. Пропорции. Как в западных играх определяются пропорции? То есть, такой треугольник. Жирный, ну, в смысле, позитивный. Дрыщ, ну, в смысле, худой. И мускулистый. Ну, то есть, вот это вот, понимаешь? Смотри, как в женских... ой, блядь. Смотри, как в японских играх это делается. Пропорции. Че тут еще скажешь? Все понятно с игрой сразу. Сексистское дерьмо. Ну, посмотрите. То есть, пропорции — это размер сисек. Ну, камон. Надо предзаказ сделать. Так, ладно, пропорции. Ага. Так, далее. Цвет кожи. Беж. Цвет кожи оставляем. Тут можно, конечно, выбрать несколько оттенков сразу на кожу. Волосы. Так, выбираем прическу, как у 2B. Вот. Да. Да. Кстати говоря, цвет примерно похожий, да? Вы можете здесь миллион оттенков выбрать, и при этом... Боже, это такие настройки. При этом... Это же как-то вот так вот, да? Просто посмотри на это лицо. Особой разницы на самом деле нет. И то, что по умолчанию было, оно как бы норм. Глаза. Подожди, а тут есть какие-нибудь аксессуары? Да, во. Подожди, это на голову. Посмотри на это. В DS круче настройка, да. Подожди. О боже, зачем вы делаете ушки? У нас же Павел Богомолов где-нибудь один прямо сейчас соргазмировал. Так, не, подожди, у нас есть вот такой вот айпэч. А на каком глазу у 2B была вот это вот? Кто-нибудь помнит? На левом или на правом? Конечно, немного глючит повязка. На обоих? А, точно, подожди. О, да. Только она как-то галимо выглядит, честно говоря. Почему я вообще решил, что оно выглядит... тут еще можно навернуть эту... Да-да, у нее же такая повязка закрывала глаза там. Ну, типа... Галима, конечно. Давай волосы попробуем другие. Не, оно просто ломает именно вот эти бока челки. Может, раздел защитная маска? А ну. Не, это точно любимая игра Богомолов. Посмотри на это. Так, допустим. А, там переместить можно? Так, ну-ка. Расположение. Так, лицо. В смысле, шея. Грудь справа? Я уже предвижу здесь. Вот это как в Soul Calibur. Было примерно подобное. И, в общем, в результате... Ага. В результате, короче, все сделали персонажи с огромными членами. Хотя игра как бы это не предусматривала. Но... Так, подожди. Это расположение. Режим изменения. Мы можем увеличить ее. Можем уменьшить. Вот так вот. А можно и цвет как-то поменять? О, отлично. Потому что цвет меня не сильно устраивает. Так, ну с этим, допустим... А, вот цвет. Вот он. Вот и он. Угу, хорошо. Допустим, так, сначала...
По-моему, просто идеально. Так, нам нужна одежда. Глаза нам не сильно важны в данном. И брови тоже. Так, макияж на глаза тоже не нужен. Но вы понимаете, можно создать что угодно. Куча шрамов. На утубе нет шрамов. Грим. Тут реально можно сидеть очень долго. Аксессуары. Так, а что у нее еще было по аксессуарам? Давайте одежду посмотрим. У нее должно быть какое-нибудь темное платье, да? Ну, ты знаешь, я вот за это на самом деле. Но это не венрарно. А, ну так, а можно как-то вверх-вниз? А, во. Ну, что-то похожее такое. Относительно из того, что есть, я считаю, что это наиболее близко по стилю к тому, что есть у нее. Хотя, если вот это перекрасить... Нет, это не то. Вот это... Не, вот это... Вот это если перекрасить, то будет очень похоже, да? Это нет. Это галима. Родинка на подбородке. А я не помню. Вторую надо вот. И ее нужно покрасить. А, там что-то черное с серебристым было такое. Такое. А это что вообще меняет? Это что-то на уровне полужопий? А, ну вот так, допустим. Давай первую шмотку. Чат, какую ты хочешь? Первую или вторую? А? Что-то золото я там не припомню в костюме. Первую? Ох и чат. Хотя ты знаешь, может быть, ты прав. Не, наверное, это гораздо больше подходит. Тут даже переделывать ничего, по сути, не надо. А, по сути, идеально. Ладно, ты прав, чат. Ага, так. А что тут можно перек... А, ярко. Окей, хорошо, ладно, допустим. Тот самый Людвиг. А ты знаешь, что силами любителей переводят персону? А ты не собираешься проходить странную жизнь? А почему чат дурак? Вдруг чат не дурак? Я не знаю, о чем ты вообще. Людвиг. Какой такой не дурак? Какой такой? Так, Дарк Леон, спасибо за 3 месяца. Маташка, спасибо за 15. Карандарин на Твич, спасибо за 7. Нас Легион, спасибо за 21. Спасибо. Так, у нее был черный ободок на голове. А, слушай, реально. Блин, мне по уму надо было бы просто вывести картинку на экран и подсматривать. Так. Это какие-то... Ага. Фига тут рюшечек всяких. О, чокер. А у нее был чокер какой-нибудь, нет? Кто-нибудь помнит? О, май. Нет, не было. Ну там просто что-то такое было. Хорошо. Так, ладно. Перчатки были. Но тут нет такого уж прям. Сейчас посмотрим. Что-то наподобие перчаток было, да. Вот типа вот, кстати, вот такого, по-моему. У Туби была водолазка. Я не могу тут сделать водолазку. Ну, типа сейчас пока не могу. Может быть... Вот такое, по-моему, да? Чулки обязательно. Где я тебе чулки-то возьму? Где взять чулки? Скажи мне. Спасибо. А я послушаю. Так, нет, это нам не нравится. Это нам тоже не нравится. Выше чулочки? Тут явно нет. Основы внешности тоже нет. Перчатки были полные, без голых пальцев. Подожди, не спеши. Мы и так сейчас надолго тут уже засели. Полные перчатки. Типа, если только вот такие, потому что... Хотя вот эти можно. Пусть будет. Пусть будет, на самом деле. Создаем под костюм из DLC. Да подожди ты, господи, хотя бы чулки найти где? Одолжу чулки. Недорого. Дмитрий, поясни свою позицию, пожалуйста. Так, это на рукавнике. Тут у нас какие-то рюшечки, опять же. Так, это ну, вот это. Это оно. Это всякие ушки. Угу. Одежда. Жалко одежду дополнить.
А, то есть мы можем еще к костюму всякие рюшечки. Защитная маска, каркас маски. О май, мы можем быть роботом. Дима без штанов, хорошо, держи в курсе. Так, как тебя прослушать? Нет, не туби. Alright. Well, you lose. Нет. That was my fault. There's no way. Нужно написать разрабам, что тут баг и чулочков не завезли. Да завезли они просто с отдельным костюмом. Костюмов мало. You're an angel. Huh? Looking sharp. Crap! Относительно похоже. Нет, не похоже. I'm glad. I'm sorry. We can do it. Yeah. Hello. А ну. I owe you for this. We're pinned down. Don't worry. Однозначно. Так, хорошо. Это все, что мы могли сделать. Давайте посмотрим еще раз одежду. Тут кто-то говорит, что вот в одежде можно менять. Но я тебе сейчас покажу, чат. Это называется одежда. В одежде пока что не так много, но говорят, будет больше костюмов. А, подождите, простите. Короче, ты можешь выбрать, как... Вон, видите, с чулками. Блин, а если просто перекрасить вот это вот? Может быть... Давайте... Ну, что-то такое похожее. Да, еще бы тут вырез был такой, как у нее. Давай, это явно лучше. Ага, так, подожди, а я могу где-нибудь родинку? Родинку какую-нибудь ей поставить на подбородок там? В макияже, может, хотя это было бы тупо. Хрена тут, боже, тут столько настроек. Лицо. Подожди, а на лицо еще какой-нибудь кастомайз есть? Глаза. У глаз ты посмотри. Просто, чтобы говорить о подробности этого редактора, просто посмотри, ты выбираешь, с какой стороны у него блеск на глазах. Просто посмотри. Посмотри это. И вспомни редактор персонажей в Обливионе, допустим. Посмотри. Может, шрамы? Да я думаю, может быть, да. Может быть. Так, как тебя приблизить? Мимика. Нет, мимика это другое. Ракурс это не то. Это приближение. Подожди, как тебя приблизить? Ну вот это вроде оно. Я просто не вижу, поставил я там, нет? Вон, написано левый стик. Так, подожди, приближать правый стик. А, во, зажимать надо. Ну да, вроде есть. Вроде есть. Так, давай посмотрим мимику еще. О, боже, сколько мальчиков будут довольны этой игрой. Еще на этапе редактора. А потом возьмут салфетки и пойдут играть. Так, ну в целом... Что мы забыли, чат? Ободок черный. Да нет, его там. Сохранить. Сохранили, допустим. Угу. Хорошо. Подтвердить. Во. Так, вспомнить имя. Зовут ее... Боже, я забыл, как переключать язык на... PlayStation. Я настолько редко на ней играю, потому что этот, как его, Xbox выбор настоящих ценителей. Имя Туби. Псевдоним. Все нормально. Так, на экран подтверждение. Окей. Yeah, that's what you look like. Now, we can finally meet. Грудь максимальная? Да-да-да-да. Блин, рукава не посмотрели. Да. Ну ладно, по-моему, довольно похоже получилось. Спасибо. Относительно. У нее, оказывается, бронежилет какой-то. Я вижу живых людей. Я вижу мертвых людей. Неплохо, неплохо, ребят, неплохо. Квака, ГГВП. Хорошо, что сейчас не ноябрь, и я лично проиграл. Крейгазом. Хорошо. Есть те, кто смотрит, но не трогает. Решил попробовать потрогать. Дюша, тебе понравилось?
музыка, как будто мы в персоне сейчас разговариваем с... We finally meet. Are you clear-headed? Yes, I do. You will now be reborn as an immortal creature, a revenant. There are things you will need to know in your new life, so listen well. Each revenant has a different power coursing through their veins, called a blood code. The best way to learn about it is to try it for yourself. Это ж не я тебя зарезал мечом, да? Так, проверьте свой код крови. Открыть полевое меню. У бессмертных есть особые способности. Коды крови, они меняют характеристики бессмертного. Для просмотра характеристик выберите текущий код в меню. А, не-не, погоди. Инвентарь. Нет. Что? Становится жарко. Боец. Подходит для ближнего боя, улучшает способности, связанные с силой и ловкостью. Общий вес падает, а так, в принципе, ну, окей. That is a fighter blood code, which is excellent for combat. Each talent that a blood code bestows is known. Я не знаю, длинная или короткая эта демка. The fighter blood code grants ever-increasing endurance. Но в отличие от Неох, я хотел посмотреть это, потому что насчет Неох я не сомневался, а вот это вот мне нужно было решить, хочу я проходить вообще на релизе или нет. Так, господи. Бессмертные могут использовать уникальные приемы, дары. Доступные дары зависят от кода крови. Пассивные дары дают постоянный эффект при ношении, активные дары для эффекта... Варяг, спасибо. Привет, удачного стрима. Не подскажешь, кто тебе ПК собрал и что можешь сказать о Constante.ru. Стоит им доверять или нет? Варяг, я первый раз слышу про них вообще. Думаю, у них ПК заказать, но я из региона, не знаю, дойдет ли нормально или это мошенничество. Варяг, ну я заказывал гипер-PC, и мне просто знакомые собирали нормальную конфигу. Вот. Но у Даши гипер-PC потом после этого 3 месяца или 4 промучились. Вот, из-за того, что у нее не работало, у нее постоянно все зависало, приходилось комп обратно в Москву отправлять, они там у себя ничего не находили, отправляли обратно к ней и так 4 раза. Ну, то есть, я не знаю, в регионах, ну, очень рискованно заказывать в крупных фирмах. Лучше заказывать местных, по-моему, ну, как бы, самому. Становится жарко. Вот. Каркто, спасибо за год. Спасибо. У нас дела прекрасно. Так, давай попробуем. Попробуйте использовать адреналин. Yes, что-то как-то костюм мне не нравится. Там на преве так выглядел. Что в итоге? В итоге все прекрасно. У него прекрасно работает комп сейчас. Тебе потребуется особая кровь. Я так понимаю, выбивать ее нужно из врагов. Если вероятность прохождения первого Неох перед выходом второй части, мама, я первый Неох в свое время задрочил, но при этом я не хочу это повторять. Это было болезненно, это заняло очень много человек часов, она очень большая игра. Если ты именно... О май! Прикольно! Жестко. Так. L1 блок. Не-не, погодь. Парирование не будем пока пробовать, но оно вроде как я на L2 только что видел, но оно не работает что-то, либо я не знаю как. Ну-ка. Короче, сейчас хапну. Давай еще. Ага! Я видел L2. Тут как-то странно, по таймингу вообще надо привыкать. На ней... Well done. Ordinarily a revenant has only one blood code, but you are different. The blood code you once held was broken and has vanished. That has left you with infinite possibilities. You have the unique talent to change your blood code. Come, look deep within yourself. Deep. Oh my. Владелец кода неизвестный, подходит тем, кто помогает союзникам и пользуются дарами защиты. В игре, кстати, очень неплохой должен быть мультиплеер. Где-то на уровне Абзолвера, который мы с Тёмой прошли в свое время. Вот. И говорят, что сейчас можно будет
попробовать. Так, меняем в целом, короче, код крови. Ваши характеристики не соответствуют требованиям. Так, что-то не подошло. Ну, допустим. Что-то музыка бесит, а мне напоминает персону прям дичайше. Не помню, как звали того чувака, к которому попадали в... Байонет. Спасибо. О, штык убийцы, штык участника операции «Убийца королевы». Игорь, точно. Ог. Using your blood veil will let you quickly drain Ichor from the lost. In addition, this can increase the amount of Ichor you can hold. Сложно. Картинка не напоминает тебе 15-ю финалку? Мне вот очень. Васис, я бы сказал, что нет. Я бы сказал, что скорее напоминает Dark Souls-ную какую-нибудь персону. Ну, по дизайну персонажей, допустим. Смотри, как я поворачиваюсь с этой штукой. Так, R3, наведение на противника. Так, квадрат за спиной врага, бэкстеп. Босс! Soul Anime. God Eater скорее. Может быть, но я в него пипец как давно играл. Эй, камон! Обладает мощными дарами атаки, которые можно применять издалека. Ага, так. Обладает, ага. Да как классы, я так понимаю. Хотя я пока ничего не понимаю в местной боевке. То, что они накрутили вот этот вот код Вейн, это неплохо. Хорошо, попробуйте использовать глоток крови R2. Угу. Яйки заметил? Нет. Омела. Так, отдохнуть у Омела. Отдыхая у Омела, вы можете получить дары из своих кодов крови, выбрать получение и наследование даров, повысить владение... Ну, короче, бонфайр, по сути, да? Слушай, мне нравится пока что, что я вижу. Игра очень отзывчивая. Ну, графика такая, типа... Боец, владелец кода неизвестный. Заступник. Давай. А, вот, заклинатель. Ну да. И мы тут можем прокачку себе делать. Позволяет выпустить в цель поток пламени. Блин, круто. Усиливает действие даров тьмы во время средоточения, повышает силу иссушения. Так, я вот это хочу. Амела же. Хорошо, Крамарнация, хорошо. Вы открыли спящие возможности дара, достигнув мастерства в применении дара, вы получите возможность его унаследовать. Ну ок. Так, повысить становится уровень. Жарко. Достаточно дымки. Так, полевое меню. Теперь сюда его ставим. Куда-нибудь вот сюда, да? Теперь в результате, нажав R2, мы можем сделать вот так вот. Мы учимся. Зачем ему противогазы? Потому что это аниме. Алло. In addition, its power will change according to the blood veil you equip. Blood veils have different affinities for gifts. Редко захожу в открытую форточку, но зайдя всегда благодарю за удовольствие. Спасибо. Спасибо большое, дебош. Да! Фу! Спасибо огромное, дебош. Социопат, спасибо за 26. Лорк, спасибо за 23. Карктус, спасибо за 12. Музыка уже пора прекратиться, на самом деле.
excellent work. It's all quite sudden, but you picked it up, right? The disappearance of your blood code has left you with unique, limitless capabilities. Not only can you change blood codes, but you can acquire new ones as well. The strength of others has become your own, a talent that you alone possess. Since you are the only one who can do this, your blood is the only teacher you have. Надеюсь, не каждый бэкстеп будет таким пафосно долгим. Я что-то не подумал об этом, а прикинь? Это как Final Fantasy VII, тебе по первому прикалывают призывы там всяких эфритов на твою сторону, а потом понимаешь, что каждый призыв идет по 40 секунд, и ты сидишь одно и то же смотришь. Кто в курсе, тот поймет. Кто не понял, тот не поймет. Мешаешь субтитры читать, но алло. Да. Не знаю, пока что все выглядит очень странно, но прикольно, не знаю. Самое главное, надо понять, как это в боевке работает. Welcome back. Ай-яй-я. Hello. How are you feeling? Здесь должен быть мужик, ну просто потому подразумевается как бы все. Надо будет Петра Ивановича такого усатого, носатого создать, главного героя. Я думаю, это будет неплохо. Ладно, Туби, пришла пора. Don't worry, it's okay. I don't remember either. Анимация сисек. Over there. Как понять, что игра из Японии, да? Нужно просто резко дернуть персонажа в сторону. Шатается. Так, ладно, Амела. По-моему, это игра года, да? Да. Вот уби села батарейка. У нас всегда будет напарник. И есть такое мнение, что... кстати говоря, в игре можно японскую озвучку включить? Ладно, потом. We can go slowly. I am here with you. Короче, этим вторым персонажем, возможно, будет играть какой-нибудь сетевой твой напарник, если ты в коопе будешь игру проходить. Just a bit farther. Иду я. Иду. We're all right. A spring will slake our thirst. Даже ты тоже заметил, что они гачи ставят, да, вот на это? Здесь гачи, ничего подобного нету, только я контент. Seems everyone, everywhere is thirsty. There is a spring that will cure that thirst, one that weeps tears of blood. Разная попозже читаю, ладно, я понял тебя. Anyway. This way. Аниме. Алло, не ешь меня. Я же не хлеб. Пусть.
Вся анимация на пацана сделана, прям видно. В катсценах. Надо пацана убирать будет в прохождении, иначе это будет смотреться как Mass Effect Andromeda. So, it is you. Here. This is for you. Ешь. Ешь. Спасибо. Понял, кластер, хорошо. Блин, я уже хочу эту игру. A new spring and a fresh source of labor. Ха-ха! We really hit the jackpot. Get up. It's time for a bath. Становится жарко. Становится жарковато. Эй, не трогай мою Нани, пожалуйста. Нани — это другое японское слово. Ладно, короче. Кентай начался. On your feet! We're about to go hunt for blood beads. Hurry up and get ready. Awake then. Whoa, keep it down. Your friend just fell asleep. Перевод. Тихо-тихо, говорит, спокойно. Твой друг, говорит, только что уснул. Перевод. Тихо-тихо, спокойно, это только сон. Letters. So, what happened to your masks? Forgotten about those too, have you? I'll tell you whatever you want to know, but first, go back there and put on a purifier mask. Так, здесь апокалипсис. Я, насколько помню, по первым трейлерам, это апокалипсис, они заполонили, короче. Поэтому нам нужны маски. Are you going to kill me too? Anything for a kick, right? Just don't crush my heart. Stop already. My body may still be alive, but my soul died long ago. No one could stay sane after dying again and again and again and again. Don't take my memories, my family. I have nothing left. Why? There's no way we're gonna find blood beads. The missiles all dried up, and the miasma keeps getting thicker. Так, ладно, это на релиз. Это все на релиз. Давайте просто возьмем маску. Так, маска нацеплена. Давайте посмотрим, я могу что-нибудь. Так, интерфейс по-прежнему недоступен. Спрыгнуть и убиться я не могу. А я попробовал бы. Потеря памяти может произойти при воскрешении бор-паразитом или при покушении, получении смертельной травмы, приводящей к рассеиванию. При этом многие бессмертные не подозревают, что потеряли память. Они в курсе, что их персонаж похож на 2B. Да мы уже обсудили это, я думаю, что кое-кому нужно в суд подать просто. Плагиатчики. Everything's ready. Right, I'm on my way. All dried up, just like the others. Yeah, all dried up. So there's no sense in searching with the miasma like this. Let's... Miasma. S. You know what these are, right? Я вижу живых людей. Blood beads, right? Yes, very good. Боже, эта игра. Ой, это будет хорошо, я уже вижу. Как я пафосно говорю. Вот это вот. But once they do, I'm afraid we won't have any blood beads to give them. If we don't find some, Silva's hounds will strip the shirts right off our backs. Mêlez-moi.
Well, that's the long and short of it. Why does it have to be us? Don't ask me. The stupid levee system was Silva's idea. If you have a complaint, I suggest you take it up with him. You lot go first. Ригардо, спасибо за 2 месяца. За 2 года. Спасибо большое. Еще и за Тир 2. Спасибо огромное. Бедроси, спасибо за 4 месяца. И Ялерочка, спасибо за год. For now, we just have to obey. Next! Whoa there. You wait here with us. You can have this one back when you return. In exchange for any blood beads you find, of course. Oh, and I hear the hunter has been showing up around here lately. So make sure you don't all get killed. Солыш, ты чё такой высокомерный? You heard him. Move it! Ouch. Добродушный. Hey, you okay? It looks like we can't get back up from here. Чат, мы не будем сейчас менять озвучку, окей? Не будем. Oh, I'm Oliver Collins, by the way. Nice to meet you. Наконец-то. Ого, вот это у тебя колотуха. Я вижу мертвых людей. Ага. Никто не видел, ладно? Well, should we set out? Какие вопросы? В принципе, я буду бить вот, вот этим вот. Так, Оливер, let's go. Отдохнуть у Омела. Блин, я не успел прочитать. Получение наследования даров, повысить уровень, но у нас пока что дымки ноль. Дымка — это местные души, которые требуются для повышения. Привет, Скалы, мы ради тебя даже скорость интернета не предел. Спасибо, Дарк Виана. Спасибо большое. Так, телепорт, начать обучение. Да зачем нам обучение, мы только что его прошли. О, боже. Так, как вы знаете, я больше люблю быстрое оружие и быстрый стиль боя, поэтому этой арматуриной я буду драться более стильно. Так, у нас есть две способности. Первая — это дар исцеления. Пожертвовать здоровье на исцеление союзника. Либо увеличивать силу атаки. Это то, что у нас открыто на данный момент. Так, это наши колотухи, это наша броня. Могу ли я ее снять? Кровавый вуаль участников операции «Убийцы королевы». Ага, так, простое оружие, молот с функцией иссушения. Кувалды, говорит, Дашка, он высохнет, сука, просто. Так, ладно, инвентарь. Ага. Многопользовательская игра, отправка сигнала бедствия, поиск сигналов бедствия. Так, можно, допустим. Звание. Изменить значок. Ага. Изменить звание. Оливер. Не, подожди. Сменить тип. Нет предметов, которые может... Это что-то такое, короче. Меню предметов, меню жестов, подсказка, настройки. Только в главном меню. Сейчас мы это менять не будем. Окей. Зачем бить арматуру, если можно бить несущей колонной, в которой есть арматура? Да. Тут есть комбы. То есть, допустим, я после квадрата быстрый удар нажимаю медленно, и оно делает вот так. The enemy? Блин, убери свою колотуху, я нихера не вижу. Алло, а че не сработал бэкстеп? Я недостаточно близко подошел. Так. Мы можем уворачиваться, но мы не можем прыгать. То есть, если что, вот на такую штуку нам не забраться, походу. Так, иди сюда. Вау. Слушай, каждый раз будет вот это вот происходить. Когда ты будешь кого-то бить бэкстебом, оно будет происходить постоянно. Я это не взял.
feel dizzy. Да господи, бей его просто, посмотри. Я тоже сейчас эту штуку возьму, задрожу. Чат сказал, что можно отключить. В настройках не отключается, загляни в настройки геймплея, может можно убрать. Зачем? Пусть все будет. Пусть все будет как надо. Попробуй анимацию в настройках отключить. Ох, чат, ты такой дотошный бываешь. Ин-эффект при особом иссушении. А вдруг другие будут особые иссушения? Я просто не буду бэкстебом убивать никого. Использование улучшения регенерации. ОЗ восстанавливается с помощью регенерации. Отдых под Амелой восстановит эту способность. Количество регенерации, объем восстановления ОЗ. Можно повысить сывороткой регенерации и ускорителем регенерации. Ее можно использовать в исследованиях, так же, как и предметы. Так. Ага. Но это только около Омелы? Или... Ну, у нас, в принципе, сейчас полное здоровье. Какой смысл вообще проверять? По боевке пока очень странное ощущение. Могу сказать, что она прям очень хороша. Она... Так, please don't fall. Блин, чуть не упал. Но там же секретка наверняка, да? У меня пол экрана, короче, это колонна перекрывает. Секиро. Во, можно мне секиро лучше? Секиро. Во, норм. Ты пропустил базуку. Какую базуку? Где купить этот шедевр, он еще не вышел. Сейчас массово рассылают людям ключи на бету, насколько я знаю. Но мне прислали издатели. Снаряжение, его ограничения. У любого снаряжения есть требования к характеристикам и вес. Превышение лимита веса усложняет ход атак. Так, я понял. Ну вот посмотри, сейчас у нас вроде все норм. Защита, оружие, общий вес 60-120. Все норм, все хорошо. Да, по-любому, пойдем по обоим. Все будет норм. Слушай, он мне мешает, его можно отключить? Возвращение дымки, да, если тебя убьют, то ты, короче. Либо это норма, но тут такого понятия, как станлок, нет вообще. То есть ты бьешь врага, он... А, не, есть. Странно. Сейчас код крови ты можешь менять? Да, блин. Сюда. Можем поставить заступник, либо заклинатель. Но у нас на бойце поставлены вот эти способности. Поэтому, в принципе, нам оно не нужно, да? Да, кстати, надо поактивнее применять это дело. Так, и теперь у нас регенерация будет. Давайте попробуем. Если мы ее здесь применим, она вдалеке от Омелы будет как-то действовать, нет? Да. Да. Короче, Эстус тоже, по сути. Угу. Я ничего не скажу по дизайну уровня, мы игру только видим, но пока что в руинах каких-то бегаем. Здравствуйте. Ударь его. Мне реально мое и его оружие пол экрана перекрывает, я вообще ничего не вижу. Какое-то нагромождение. Ут. ППС, вернись. Концентрат Ихара. Это что, шаха? Нет. Средоточие. Шкала средоточения заполняется при получении урона и уклонении от вражеских атак. Когда она заполняется, вы выходите в состояние сосредоточения. В этом состоянии вас сложнее ошеломить, а ваших противников легче. Вы можете так... Вы также сможете сушать или подбрасывать воздух. R1. Так. Ага, понял. Так. Слишком много всякой информации вываливает на нас. Алло! Так, слышишь, иди сюда. Нет! Слушай, медленное оружие, медленное. Так, мы сейчас. Да куда ты?
Фух. Давай. Так, о боже, Оливер, ты можешь просто отвалить от меня. Интересно. Так, сейчас мы попадаем туда, только давайте вот это возьмем. Потерянный штык. Так, ну по крайней мере оружия тут походу много. Оно получше. Разрубание. А ну давай. Может быть с ним будет. Господи, убери свою колотуху. Ох, да. Слушай, а с ней не способна обилка вот эта вот, которая вон у нас, видите, правый... Короче. Левую в верхнем кубе. Пожелтевшая книга? Так, сейчас почитаем. Лапша? Гейш. Бабах. Так, недолет. Бабах. Лут пропустил. Да подожди, тут враг идет. Оливер, ты просто руинишь все, камон, я хотел попробовать обилку. Королевское железо. Так, ну допустим. Я лучше с этим побегаю, потому что там патроны отстреливаются, а патроны это дымка, судя по всему. Потерянный... О, хватит кидать в меня оружие. Так, это еще лучше. Какой жанр у игры? Ай-яй-яй, соус. Как-то что-то в ударах, что в этих же ящиках вес не чувствуется вообще, как будто пластиковое, все даже деревянное. Сейнт-Коу, я про это и говорил. А еще посмотри, я опять на секунду отвлекся, и он опять просто своей кувалдой пол экрана закрывает. Посмотри на это. Так. О, здравствуйте. Я не вижу ничего, Оливер! Отойди, сукрон! Воу, что-то above us. Так, старая монета. Подожди, а что за книгу мы подобрали? Инвентарь. Королевское железо. Так, это не то, это не то. Предмет, чья ценность меняется в зависимости от владельца. Ага, хорошо. Надеюсь, его первый босс перед файтом убьет. Понял, спасибо, приятно, что ты в меня веришь. Спасибо. Очень приятно. Слышь, Оливер, а можно наоборот от тебя подхиливать меня? Ну-ка, давай посмотрим. Так. Хилим Оливера. Оливер жив, у нас здоровья мало. Теперь мы делаем... Так, мне еще кое-что нужно понять. Встань. Инвентарь. Небольшое количество ихора. Ну-ка. Ага. И подхилится. Ага. Вот такое, короче. А, он про Оливера. А, он про Оливера. Понял, тогда спасибо. Активатор какой-то подобрали. Вы знаете, короче, я думаю, игра будет довольно средняя, но интересная. На разок пройти такая вполне себе. Но вообще даже близко не уровень каких-нибудь там игр от From, да? Ну, я пока что как бы не вангую, я просто предполагаю. Это что, Ихор? Когда вы избавитесь от миазмов, вы сможете делать карту местности. Миазмы можно убрать так, активировав омелу, очистить увядшую омелу, победить потерянных, зараженных увядшей омелой. Which way do you think is better? I don't even fucking care. Ага, соседние места отмечены на карте. Вы, конечно, карту не видите, но вам же она и не нужна, верно? Если так посмотреть, то вот этот спуск вниз сейчас меня приведет к... Короче, я просто хочу вам сказать, что здесь есть карта вообще. Вообще-то она здесь есть, да? What do you think that is? О, да, я знал, что это оно. Is there something good in there? Шип убийцы королевы. О, у нас теперь новые шмотки. Мощность ударов и иссушения зависит от текущей кровавой вуали. Она также влияет на масштабирование и силу иссушения. Например, ревущее пламя с кровавой вуалью
Ага, так, хорошо, ладно. Усиливает дары всех типов. Так, подожди. А, оно вот здесь меняется. Ловкость лучше на старый, воля лучше, физ лучше, но не намного. Так, или наоборот. А ну. Знаешь, ничего. Нельзя влево переместить вебку. Ладно, давай перемещу влево вебку. Хорошо, чат. Типа не жалеешь ты меня, да? Так, это сюда. Так. И поехали. Укачивает, укачивает. Укачивает. Вот так вот примерно. Вот, вот так вот. Все, надеюсь, все счастливы. Так вот. Так вот, все. Потом так вот, так вот, норм. Хорошо, на чем мы остановились? Так. Great, it's open. О, срез, понял. Понял, понял. Камеру другого угла можете, если слэш-кэм, и там от 1 до 3. Ну, типа, выбирайте другой ракурс камеры. А мы не можем у этого отдохнуть, да? Мы можем отдохнуть только у того... То есть, так, мы сейчас восстановимся к врагу в округе или нет? Дарк Пиано, почаще заливай записи стримов на YouTube, так как оттуда легче его скачать. Интернет просто Ростелеком. Дарк Пиано, как успевает, так сразу. Сразу. Уровень 2. Активирует клетки вашего тела и улучшает боевые навыки. Дарк Пиано, я стараюсь. Так, не успеваю ничего. Получение и наследование. Вот у бойца, допустим, можем мы улучшить, допустим, это нам и нахрен. Хотя. Не-не, нам, в принципе. Ага. Недостаточно. А где написано, сколько ее нужно? 470. А, ее 560 нужно. Ага. Понял. Так. Склад. Здесь у нас оружие. Телепорт. Пока что только около входа в катакомбы. Ну, короче, понятно. На самом деле здесь ничего особо сложного в этой игре нет. Это не ох, который ты запускаешь и думаешь такой, когда видишь там местную систему прокачки. Думаешь такой, ебана мать. Вот. Слышь, просто иди за мной, пацан, слышь. Данные об управлении, подсказки по исследованиям можно в любой момент посмотреть. Да нормально все. Это туби, да. Это туби. Не знаю, не могу сказать, что мне очень нравится пока что то, что я вижу. Ну, как бы, боевка, она очень дубовая выглядит. Ну, прям вот реально, дубовая настолько, насколько это возможно. Слышь ты это, не кричи. Ешь свои чевапчичи. А? Это так и надо было? Я просто бэкстеп сделал. Вот именно что вау. Увидели это? Интересно, а там секрет лежит? Наверное, самая любимая блестяшка с чатом. Короче говоря, Баряк, по поводу твоего компьютера... там, говорит, на сборке обходится за 75, а у нас в городе я смогу собрать ее за 100к. Как вариант в отпуск смотаться в Питер и самому за... Ну вот это нормальный вариант. Если ты пойдешь, при тебе все это сделают, и там пару дней сможешь, собственно, побыть, то вариант вполне себе норм. Вот, они тебе должны запаковать. Но, повторюсь, я про всякие фирмы, типа в Константе, вообще в первый раз слышу. Я как-то не знаю. Потерянный бердыш. Бердыш. Но я же лучше собаки. Древковое оружие солдата, ставшего потерянным. Так что смотреть по поводу компа лучше самому. Так, у этого оружия хорошая длина. Интересный мувсет. Так, понял. Oh, didn't they pass us earlier? Где мое шоколадное молоко? Мне нужно подзарядить, сейчас okay? будет босс. Did you get hurt? So, аниме. Что-то вообще тащусь. Мне катсцена нравится. Вообще все нравится, thank на самом you. Деле. Ван Гола, спасибо за 5 гифтов. That could have gone better. I'll
I'll catch up with you in a bit. Спасибо огромное. Don't worry about me. I'll be all right. Go on. О да, Оливер, умри, пожалуйста, а мы пойдем вперед. You just focus on finding some blood beads, all right? That girl is waiting for you. Боже, с этими закрытыми глазами так странно выглядит. Куда ты смотришь? Что выражает твое лицо в этой маске и с этой закрытой... Сибрук, Twin X, Life Inside, Hip Hop, Banana, добро пожаловать на борт Вангола. Спасибо за гифты. Чатик, поставьте сердечки этому прекрасному человеку, пожалуйста. Don't worry about me. I'll be all right. Go on. Как это вообще пихуй. Just focus. Да. Вы еще включите пианино, какую-нибудь печальную музыку, как в аниме принято. Давай. Боже, тут такие жесткие эти... Это был репост, если что. Нужно задерживать его секунды. Так, короче, сейчас давай убьем его и разберемся. Ну, все пока непонятно. Короче, твой репост, который находится на L2 кнопке, он зависит от оружия. На одном оружии замах идет буквально полсекунды, на втором смотри, вот просто смотри, сейчас будет момент, когда она ловит. Или нет, или вот так надо ловить. Короче, давай попробуем. О май, там что-то новенькое. Бабах! Penetration! Что-то мало с него, он походу злой. Так, понял. Пояс у него очень серьезный. Это было парирование, как вы поняли? Не лучший враг, чтобы учиться парированию. Хорошо. Ага! Это у меня жизни мало просто. Так, подожди. Оливер, помоги. Оливер. Фак, это наведение. Так, ладно. Давайте просто не будем умирать, окей? Королевское железо. Неплохо он мне покоцал. На самом-то деле. Зачем броню надел? За мясом, конечно же, за мясом. Так, R1 зажимаем и бежим быстрее, верно? Вы спросите, зачем? А я скажу, за мясом. За мясом. Откуда у нее хвост вылазит? Из оружия, озабоченный мой дружок. На костер. Да, но я просто пробовал все эти репосты, и как показала практика, я явно не тот враг был, на котором это нужно было делать. Слушай, а у меня получается вот эти вот хилки, регенерация, оно восстанавливается на бонфайре или... Слышь? Алло! Стэн какой-то срань пытаюсь. И вот этот, когда ты потом уже убиваешь врага, он уже мертв, и оружие сквозь него проходит. Ну, какое-то такое, короче. Не могу сказать, что мне очень нравится. Бабах! Слушай, оно реально из жопы вылазит. Так-то. Думаешь, ты Ктулха? Ты... Почему я хапнул больше, чем ты, м? Боже, какое оно медленное. Мне не нравится это оружие. Вообще, боевка очень медленная, на самом деле, вы заметили, да? Слышь ты? Слышь ты? Отвелось просто. Потерянный палаш у нас же был уже такой. Так. Что за блин? А я могу дотянуться, интересно. Как боевка? Ну, норм. Ну, я к ней привыкающий, в целом, как бы, есть вопросы.
Боевка не напоминает прошлогоднюю хрень про члена... А, про чела в экзоскелете. Это оговорочка по Фрейду была, если что. Давайте, расскажите всем. Угу. Не напоминает. Боевка в... игре про члена в экзоскелете была в разы медленнее просто. Слушай, они наводятся жестко прям. Я что-то лажать начинаю. А ну. Иди сюда. Будем действовать по стандартной методе. Бьешь врага, пока он не умрет, короче говоря. Не будем пытаться как-то прокрутиться под его ударами. Это не сильно помогает мне. Как игра называлась-то про члена в экзоскелете? Search, во, точно. Там боевка была супер медленная. Понял. Так, не хотел. Здесь она далеко не такая медленная. Здесь она, по-моему, на уровне первого Dark Souls где-то. По ощущениям. Голосок потери. Куда иду, я не пойму. Понял. Что ж так подло-то? Увидели, я откатился, и после этого я, короче, подлетел к нему. Короче, это надо привыкать. Здесь интересные моменты есть. Реально интересные. Dark Souls первый был быстрее. Возьми там алебарду Черного Рыцаря. И посмотри, насколько он быстрее был. Ты ошибаешься. Ну, может быть, и нет. Что это? Там, я тебе говорю, по-любому мы спустимся вниз, а там арена с боссом будет. Так, и чё? Хорошо, тут есть какой-то спуск, короче, обход. Можешь проверить теорию о том, что анимация парирования и репоста зависит от вуали? Ты прав. Ты абсолютно прав. Да блин, мой удар сквозь твой удар. И все равно я бьюсь в щит. Ну давай, ну. Что тут за лор? Я не знаю, короче. Все умерли. Война. Так, надо хилиться. Я типа как бы все хорошо, но... Ну, короче, потихоньку что-то подсасываю уже. Игра симпатичная. Ну, типа, когда она выйдет, я обязательно пройду. Мне, в принципе, нравится то, что здесь происходит. А ну, иди сюда. Проникновение! Ну, короче, видно, что... Что тут, ну, в общем, это самое, и оно, а потом они... Вот, все поняли, да? А я могу прыгнуть на него как-то там? Ты что там кричишь, алло? Слушай, я с этой валью... Так, ладно. Туби, я выбираю тебя. Ляж. Так, Ихор, иди сюда, ты нам пригодишься сейчас явно. Здесь так долго выпадают предметы вот эти вот. Все токийский гуль. Вот они, откуда вдохновение. Я вижу мертвых людей. Вон тот парень выглядит довольно опасным. А вон тот притворяется. Давай ты ко мне. Ты же меня увидел? Нет? Постепенно мы учимся, и у нас как бы уже есть определенно вот эти вот. Бабах! Слушай, с разгона свои с этого ударов. Не, постепенно приучаемся, короче говоря.
Кстати, медленная боевка в Surge была у тебя из-за того, что класс был такой. Я заловкача проходил, и все довольно шустро было. Не-не-не, Дитонг. Я говорю в целом. Я, то есть, играл в эту игру и для себя еще. И заловкача, она заметно быстрее, да. Но она один хрен. Ужасно, ужасно медленная. Ну, просто медленнее ее только, наверное, их предыдущая игра, Lords of the Fallen. Подожди, а где кинжал? Это вообще, наверное, какой-нибудь просто, я не знаю, там, расходник. Ага, обычный метательный кинжал. Применить? Нет. Так, подожди, а как его? Сюда, наверное? Стимулятор регенерации. Так, это сюда. Вот это сюда. Не-не-не, подожди. Вот это сюда. Игла единства переносит вас поближе к бессмертным, с которым вы сотрудничаете. А, ну это типа окей. Помнишь игру про динозавров? Там теперь за людей можно играть и строить, крафтить всякую хрень. Круть, надо ребятам сказать. Скорее всего, завтра будет кооп по Red Dead Online. С Тёмой, Евой и, возможно, Джеком. Он просто что-то потерялся, опять не отвечает. Хотя вроде изъявлял желание, а теперь что-то пропал. Так, если я вот здесь буду стоять и буду использовать стимулятор регенерации. Сказали, что около ее побегов вроде как оно работает быстрее в разы. Layers of Fear будет после этой игры, если мы быстро пройдем. Ну, в смысле демку. Вот тут парень меня что-то как-то ужасает на самом деле. Повысить уровень во время отдыха под Омелой, можно повысить уровень за дымку. С уровнем растут ОЗ. Да-да-да, мы уже типа сделали один себе левелап. Если я сейчас присяду, то все враги убитые мной там, скорее всего, воскресятся, да? Так, четвертый уровень между тем. Я повысил себе всякие параметры, но я мог поступить поумнее и, допустим, получить новый дар. Допустим, вот здесь новый дар. Снижает расход выносливости во время сосредоточения. Так, блок крови, либо проапгрейдить один из вот этих вот. Либо, если я сейчас сделаю вот так и выберу себе дар, допустим, заступник. Мощными дарами атаки, которые мы... Не, вот это вот. И здесь посмотрим сейчас, смотрите. Я уже разобрался немного вместо механики. Это девочка или мальчик? Это 2B. 2B. Да, враги все воскресли, если что. Так, и здесь мы сейчас смотрим. Выносливость увеличит максимальный запас выносливости. Временно. Позволяет выпустить снаряд из Ихара. Подвижная пустота совершит рывок вперед, обратившись туманом. Стойкий блок. Ядовитая метка. О, это выглядит ОП. Так, и у нас кончились деньги. Вы открыли спящие возможности дара. Достигнув мастерства в применении дара, вы получите возможность его унаследовать. Типа, он станет пассивкой или что? Кто-нибудь понял, что мне только что сказали? Так, короче говоря, теперь если я буду убить врага отравленным этим, то, возможно, его будет контачить. Так, нам вообще вон туда. Но здесь у нас сильный враг. Когда мы боялись трудностей? Всегда. What? Понял. What? Так... А чё, типа, он вот это скотина? О, я просто вернулся за вот этим вот. Блестяшка возле бонфайра. Да, да, да. Дубль 2. Не-не-не. Чё-то рванулся, да? Лол. Ага. Чё, травишься, да? Подожди, ты что, больной? Давай, 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 давай. Так, только лут не падай вниз.
Лежать. Надеюсь, оно того стоило. Очень неудобное место было для битвы с таким противником. Синие псы. Будем надеяться, что это эротичный костюм. Кровавый вуаль, похожий на обычную куртку, хорошо защищает от эффектов. Окей. Ну... Ладно, допустим. На это и расчет. Спасибо, Кэп. Спасибо, Кэп. Не эротично. Зато прикольное парирование. Надо попробовать. Так, слышь? Слышь? Слышь ты? Иди сюда. Давай, Бобик. Давай, давай, давай. Понял. Амам! Играл Darkness. Про меня. Документальный. Понял. Обращайся. Звуки отбывания лодки, да? Опа. Это наш? Аниме-бой. Are you a fellow explorer? It appears you're alone. I'm on my own at the moment too, but I was hoping for a partner for the path ahead. What do you say? Would you mind working together? At least until we're through here? Ну пока у тебя нет колотухи на полэкрана, я за. The miasma and the lost here are enough trouble as it is. Хорошо, пойдем вместе. Интересно, здесь будут какие-то последствия? Кто-нибудь нас предал бы там, допустим? Не, ну а почему нет? В смысле, чат? Пусть помогает, там, отвлекает на себя врагов, облегчит нам жизнь. Чё бы нет? Так, это чё, это срез какой-то? Не-не-не, это не срез. Это дорога к мразям. Есть возможность играть без напарника. Ну вот только что я ему мог отказать, и он бы не ходил со мной. Так что, наверное, есть. Так, там Ктулха сидит. Yes, it is. Давай, аниме-бой. Ты смотри, что творит. Ай-яй-яй. Они предатели! Я все время нажимаю R1 для удара. Так странно. Так, здесь еще один громозек. Это джаммер. Ау! Ау! Ааа! Че так больно? Аниме бой, спасай! Так. Сейчас мы тебя будем. Вот так. Свободен. Освоили дар ядовитая метка. Освоили дар подвижная пустота. Освоили дар выносливость плюс. Вау. Приятно, конечно. Чат. Мы с вами хорошо справляемся, молодцы. Вон тот еще нарывается, правда. Но типа в целом все хорошо. Используй экстракт регенерации. Или как оно там в инвентаре. Оно повышает количество эстеса. А мне кажется, оно повышает его эффективность. Ну хорошо, сейчас я использую. Ну смотри, сейчас у нас две хилки. Две осталось, они просто сильнее будут лечить, смотри. Нет, так. Провоцирует регенерацию. Не то использовал, в смысле? Я использовал стимулятор регенерации. Что тебе еще надо от меня? Что не так? Так, отсюда мы пришли, вон там еще можно подняться. Только подошел, стоит перематывать или ничего серьезного не пропустил. Пардон. Ну, типа, уровень? Как бы. Так, если мы сюда сейчас идем, то это значит лишь, что тут у нас, по сути, просто обход вон тот, который мы отсюда
Спустились так. Да, спустились, пошли, тут мы убили врага. То, что у тебя в инвентаре. Навсегда увеличиваешь? Бля, круто. Спасибо, чат. Тут кооп есть? Да. Боже, это анимация подъема просто реально. О, да. Спасибо, чат. Спасибо. Sorry. I'm on my way. Бессмертный. Звуки-то из ДС тупо? Нет, хотя и похоже. Ну, такое на самом деле игра. Мне в целом нравится, но как бы прошел и забыл, по-моему. Не знаю, конечно, как там на релизе будет. Да, довольно прикольно. Я пока что не могу сказать ничего плохого, но это не 10 из 10 явно. Да, локация очень однообразная. Что за скиллы верхние и нижние упустил момент? Можешь объяснить? Shall we? Я тебе лучше прочитаю, так будет проще. Так, кровавый родник. Особые свойства вашей крови могут оживлять кровавые родники, после чего они опять могут давать новые кровавые слезы. У кровавых слез тот же состав, что у человеческой крови. Угу. Типа, круто. Короче, смотрите, кто только подошел. Местные механики, камень, преткновение — это вот эта вот центральная тема. Код крови, оно даже называется, игра называется Code Vein, то есть код крови. Вот, мы выбираем здесь один из кодов крови, который так или иначе влияет на наши характеристики. Допустим, заступник, заклинатель, который более пользуется дарами, которые можно применять издалека, либо боец, то есть на боевку ближнего уровня. У каждого из этих, собственно, кодов свои приемы, которые ты можешь открывать. И да, вот тут приемы отображаются у нас там. Вот ты сжимаешь кнопку R2, у тебя появляются приемы, которые ты можешь использовать. Либо там бахнуть, допустим, либо похилить своего напарника с помощью своих жизней. Либо там вот этот рывок, которым я не пользовался, либо яд. Вот. И, понятное дело... Подожди. Это не бонфайр. Я из-за вас столько жизни сейчас потратил. Я думал, я сейчас восстановлю около него. Ясно, чат, короче говоря. Понятно, понятно. Вот, и, короче говоря, ты прокачиваешь эти способности и тому подобное. Отлично сработано, чат. Типа чат знал. Вообще, как бы я контролировал ситуацию. Вот, допустим, смотри. Видишь, вот это бонфайр. Автоматически восполняющиеся предметы восполнен. Вот, тут мы, допустим, можем вот в таком, соответственно, окне прокачки выбрать один из этих кодов вейнов. И здесь мы выбираем то, что нам нужно. В левом нижнем углу у нас количество дымки. Это местная валюта. Вот, и внизу написано стоимость того, что мы хотим купить. Допустим, стойкий блок. Давай купим. У нас не хватает места, чтобы его поставить. Сейчас посмотрим, куда он поместится. Или нам нужно будет что-то заменить. Вот такие дела. А вот это вот... Так, вы открыли спящие, достигнув мастерства. Да-да-да. А вот это вот у нас достигло мастерства. И типа... И чё? Так, ну и повысить уровни. Сколько стоит? До нового уровня 876. А у нас есть какие-нибудь души там пропавшего рыцаря? Завались. Какие-нибудь... Позволяет рассеяться с потерей дымки. Угу. Это пассивка? Понял. Ну окей. Короче, я думаю, все поняли по поводу боевки. Основные ее моменты. Но тут еще очень много приколов. То есть у каждого оружия свой мувсет. И тут есть какие-то комбы, которые надо выучить, но пока что я не выучил. И помимо прочего, у тебя есть кукла, на которую ты можешь, собственно, надевать вот это вот все. Так, а это вот наши пассивки, которые мы можем поставить вот сюда. Вот, кстати говоря, повышает максимальное здоровье. Угу. Так, а сюда мы можем поставить... вот сюда мы могли поставить, если у нас там не хватило бы. Такие дела. Угу. Так, и короче, если ты меняешь одежду, то у тебя тоже меняются показатели. Но тут не просто Fashion Souls, но еще и... У тебя разные способности. Допустим, парирование на кнопку L2 здесь. Оно выглядит вот так вот. На этом костюме.
Вот так вот, на этом костюме. И вот так вот. Эпично на этом костюме. Такие дела. Прикинь. Много всего, на самом деле, чем можно разбираться. Помимо всего прочего, здесь есть кооп. То есть ты можешь просто там вот отправить сигнал бедствия, и к тебе вместо вот этого чужака, походу, присоединится какой-нибудь этот. Так-то в целом все норм, только мне сама боевка пока не сильно нравится, она довольно дубовая. Но, как бы, то, что я вижу, в принципе, норм. Апостол, спасибо за 35, Талисман Фиш, спасибо за 10. Хагрид, by the way, спасибо, что на премьере Дрогина убил меня и полчата чихом. Хорошего стрима. Понял, надо было чихать себя. Чихать себя очень вредно и опасно для здоровья. Но из-за того, что кто-то там в чате такой нежный, хорошо, надо было чихать себя. Понятно, чат. Самовлюбленный, эгоистичный чат. Как вам Дрогин, кстати говоря, понравился, нет? Клинок убийцы. Как у него пуха точно такая же, нет? Не такая же, но похожая. Слушай, у него мувсет как у... Блин, как этот меч называется? Как у меча Арториаса, короче. Смотри на это. Лол. Интересно, интересно. Еще одно дело открыто, товарищи. Не похож на меч Арториаса. Да подожди, как этот меч назывался? Не меч. Подожди, как он... Я помню, что какой-то меч из Dark Souls, но... Ну какой? Давай, чат, напомни, короче, сам. Я, типа, занят сейчас, я стримлю. Меч волчьего рыцаря. Не помню такого. Блин, а давно не играл? Надо переиграть. А кто это там прячется такое? Это место, говорит, узкое. О чем ты, твою мать? Прыгай. Засадник, прыгай. Чем он туда залез? Это Layers of Fear, опять на потолок кто-то залез и просит у меня странного. Меч темных духов или как-то так. Окей. А я уже здесь. Так. Ага. Че, не ожидал, да, что я такой конченый? Я не эгоистичный, не болей. Чихай в чат или в чай. Или на чат. Не понял, короче. Я держусь, отстань. Я понял сознание. Все. На самом деле, пока что эта имбовая ядовитая способность не такая уж имбовая. Dark Wraiths! Эти чуваки, которые темные рыцари, которые такие с черепами, точно, вместо рож. Та-та-та-та-та-та-та-та. Давно не играл. Пипец, как давно не играл. Это аниме Dark Souls? Это самое точное описание этой игры. Это аниме Dark Souls. Ядовитая мазь. Зачем мне ядовитая мазь, если я могу смазывать этот меч своей слюной? Потому что у меня есть такая билка. На PC будет? Чат, а будет ли она на PC? Бета проходит только на Xbox и на PlayStation 4. Но сама-то игра, по-моему, будет на PC же. Вот. Но бета только на консолях. Да, 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 да. Может, позже выйдет, как это у них принято, но на PC должно быть. Ты что, меня подхилил? Ты такой хороший мальчик. Кира его быстро вот рванул. Станок! Ау! Ты как меня задел? Давай, сдохни. Сдохни, сдохни. Я ядовит, если что, by the way.
Он не похилил, он пробафал. А я думал, здоровье поднялось. Такой вот ты, значит, да? Понятно. Понятно, родной. Давай я тебя подхилю, у меня здоровья все равно мало. Интересно, а могу я так умереть? Вообще нет. Просто в порядке интереса. Так, берем стимулятор регенерации. Используем его. Теперь делаем саму регенерацию. Теперь она стала более эффективной, насколько я понял. Либо нет. Графика как-то не похожа на Unreal Engine 4. Это японская игра. Они могут на супер-мега-продвинутом движке сделать супер-мега-пастгенную хрень. И могут на древнем движке выдать такой уровень графики, что... У них другой подход. Королевское железо, походу, что-то для прокачки оружия. То есть ты набираешь оружие, скорее всего, ты можешь это оружие как-то прокачивать. Слышишь ты? Игра топ или топ? Игра норм. А не топ, она норм. Ага, нет! Какой ты, сука, невоспитанный, а? Временами в игре проблемы с FPS, или это я только заметил один? Пускай на движке Дума замутят новую игру в 2020 году с графикой, которая не видел свет. Какая мам? Тебе нужно выдохнуть, во-первых. Во-вторых, надо просто порадоваться, что игра все-таки выходит, потому что ее уже миллион раз откладывали. Как бы от того, что игра не выйдет, лучше никому не станет. Пусть лучше выйдет, окей? Умно сказал, как ртом прям. В смысле, хорошо спрятано, оно типа лежало здесь, прям по пути. Так, я могу туда спрыгнуть? Я думаю, что я туда и так попаду. Division. Ну а что, парковки, по сути, да? Подземные гаражи, машины. Апокалипсис. Did we miss anything? О, солнечный свет, мы наконец вышли наверх. Подожди, мы вышли наверх. А ну-ка. Good. That's light from the surface. Это явно босс, что отбитый. Давай сходим вниз там, потому что что-то было. Это явный босс. Прикольно, на карте помечаются места, где мы были. I'm on my way. Интересно, а как мне... Понял, а если я сделаю так? Понял, невидимая стена, хорошо, как мне туда спуститься? Могу ли я вообще туда спуститься? Семен Семенович, мы ж там были, мы оттуда пришли. Ох и да. Попить хоть что ли? Ладно. Я вижу живых людей. Селитер, спасибо за 8 месяцев. О боже, меньше чем 3, меньше чем 3. Давайте поставим сердечко этому прекрасному человеку. Чатик, люби сабов, пожалуйста. Поприветствуй как следует. Поставь плюс 1. Если ты нон-саб, поставь минус 1. Ваши ряды все редеют. Пошли босса бить. Так. Или босс будет нас бить. Саундтрек классный. Боже, глаза закрыты, лицо закрыто. Зачем я его создавал столько? Спасибо такой. Регрета, как игра именно тебе по твоим... Я уже сказал, она норм. Она не супер, а пойдет. Мне хватает минусов, боевка не очень нравится, она дубовая. Но так в целом норм. Играть весело. Давай, отписи меня, спаси. О, да. Так, подожди. Ага! Ага!
Травишься там, нет? Траванулся. Больно, да? Больно? Ау. Охрен ли ты думал? Меня тут Ди зовут вообще, алло. Ща бахнет! Неплохо, неплохо, ладно, допустим. Ааа! Ладно, ладно. Хорошо, хорошо. Чужак, живи! Я знал, что ты это сделаешь. Я не знал, что ты это сделаешь. Нет! Так, концентрат регенерации. Давай, хоть так, похер. Чужак, нет, живи! Да, блин! Нет! Крупный потерянный рассеян. Музыка нервно напоминает. Да. Неумолимая кувалда получена. Ну, он был не такой уж и простой, на самом деле. She's all right. By the way, both of you. All revenants must pay a levy. There are no exceptions. Sure. A vestige. Best to stay away from those stones. Anyone who touches them is defiled, transformed into the lost. Don't listen to their whispers. Someone has to be sacrificed. Without blood beads, может, we лицо. Won't make it. В этой маске, в этой... О, просто супер вообще. Once she's settled down, let's get out of here. Какой смысл вообще делать лицо, если оно в результате полностью закрыто во всех катсценах? Дед Мазай, спасибо за два. Кому-то нужно пожертвоваться. Давай ты. Давай ты. I'll keep watch. Go and see if she's all right. А чё я-то вообще? Окей, кому-то, говорит, нужно пойти и пожертвовать. Зачем голос сделал? What are you... Потому что мы ищем. Let go! It'll swallow you up! Swallow, chat. It's all right. You can do it. Что вообще за сексуализация опять? Вот это вот просто могли бы нарисовать девушку. Вот разработчики Mortal Kombat молодцы настоящие. О боже, мы наконец увидели свое лицо. Это что, Layers of Fear 2? Let us keep them just this once. We won't make it if you take them. All revenants must pay a levy of blood bloods. There are no exceptions. Sorry. There is no sorry. Only fuck you. Thank you very much. Daddy! Mommy! Someone has to be sacrificed. Without blood beads, we won't make it. The
The few humans that remain are under Silver's control. Wandering remnants like us, forced to hunt for blood beads. Сейчас ждем эту игру. Это будет хорошо. Я с удовольствием это пройду. Что давно такого анимешного хотелось. Оливер, что ты наговариваешь? Мы же хотели жить вместе. Одной счастливой семьей. This is a memory echo. It's a place where lost recollections still wander. Come, let's move on. If you use that stairway, I believe it should take us back to the world outside this memory. А? Чё она сказала? Ни слова не понял. Is this the past of one of the lost? No. Так, спокойно, спокойно. Осуждаем вообще-то, что разработчики позволили такие ракурсы делать. Я просто вам показал, это была демонстрация того, как делать не нужно в 2019. Как-то уж слишком они, по-моему, зациклились на этой теме. Просто ужасно. Отвратительно. Осуждаем. А я не осуждаю. Абан. Абан тебе. Carved into that vestige. By the one who left it behind. I didn't expect that I'd get dragged into it too. We Spoilerina. Both melted into you. I can't believe this. What a power. Come with me. I know a spot where we can rest. I'm Louie. I'm researching blood beads. Если бы мы его не взяли, интересно, с собой в команду, то какая сцена была бы? Хм? Я пока в сюжет вообще не вдаюсь, кто там говорит, не смотришь на экран, потому что полный будем. Я стараюсь не спойлерить такие моменты прям уж сильно. Не то, чтобы мне прям как-то сильно трогал этот сюжет. Не подумываю, давай, ладно? Владелец осколка Оливер Коллинз улучшает силу и стойкость. Сегодня многие не умеют в иронию. Я не знаю, что с этими людьми. Ужас какой-то. Но согласись, смотришь такое на игру, и появляется ощущение. Хм, где-то я уже это видел, слышал, и это почти во всех аспектах. Мистер Нинфайр, я играю довольно много игр. Больше, чем большая часть геймеров. По долгу службы, как говорится. Вот. Я могу тебе сказать, что на любой игре появляется ощущение, где-то я это видел и это слышал. Поэтому в первую очередь всегда смотришь... Смотри, это Нир Автомата 3 просто. Ugly, какой кадр был. It? Смотришь на качество самой игры в первую очередь. Вторичность это уже все игры вторичны сейчас. Giving birth to the Society of Revenants ruled by Silva. The Jail of the Mists. Так тупо туби, так, потому что мы создавали туби, алло. Мы даже родинку и такую же на подбородке сделали. Ты бы видел местный редактор персонажа, это просто топ. Wander in a never-ending cycle of death and rebirth. Always searching for blood beads to sustain them. Revenants need to have blood. Without it, they turn into those creatures we call the lost. Правда, хороший редактор. Посмотри, перемотаем начало стрима. Там он супер, супер подробный в плане определенных моментов. It's a common fate these days. But ripples are beginning to form. You cleared the miasma and revitalized the blood spring. Where did you learn to do that? Грудь увеличить, главное, чтобы можно было.
Ты не поверишь. Там все телосложение, то есть параметр определяется размером твоих сисек, и все, по сути. Больше ничего не меняется. Я думал, конец уже. Фига. О, май, она начала бегать как девушка, а то поначалу бегала как этот. Зачем выбирали голос, если она молчит? Потому что она машет мечом и такая: вот это, там вот это вот, понимаешь? Постапокалипсис. Радиоактивный воздух. Дышать нечем. Давайте основать бы нам штаб в том месте, где тупо нет стены. Да. Looking a bit tired. We can talk again later. Your friend is probably lonely in a place. О май. Посмотри, вот так вот, смотри. Посмотри. Чё это там торчит такое? На метр вперед. Посмотри на неё просто. Привет, чё делаешь? Warm here, isn't it? Yeah. Everyone wants to know more about me, but I don't know the answer to any of their questions. All I can remember is that my name is Io, and that my place is by your side. My name... I have no idea what it means. Со мной. I'm not sure. It was simply decided. One does what must be done. And for me, that is my mission. To stay at your side. Я обожаю эти аниме-сюжеты, в которых внезапно рядом с главным героем, который такой додик, ну реально, оказывается мега... тян такая, короче, которая просто призвана, должна быть рядом с ним. Ну вот это Xenoblade Chronicles, допустим, вспомните, да? Вот она просто привязана к тебе, она должна быть с тобой. И он такой: ксо, ксо. Вот этот, понимаешь, ну, блядь, бесит, ну, мега сюжеты. Ну, вот, просто высказался, все. А повязки? I was wounded while I was searching for you. I am not a very capable fighter. Задание. Работает, не работает. Конфетки. Что это? На полях карты что-то написано. Следующая цель. Поговорите с Луи, чтобы узнать больше. Цель путешествия. Да. О май. Новый персонаж. Смотри на меня. You're an unfamiliar face. Has Louis stuck his head into another pot of trouble? Well, it's none of my business, really. Anyway, I'm Coco, a merchant by trade. Stop by if you need anything. Какие тут интересные персонажи. Да, неплохие. All revenants carry some secret with them. Don't do anything funny. I'll be keeping an eye on you until this talk with Louis settles down. Это Тубида. If Louis brought you here, there must be some reason, right? I'm Rin Murasame. I provide the back home support for all the explorers here. It's a pleasure. I've got my own reasons for why I can't go into combat with you, but I'll provide your weaponry and maintain it for you. Anyway, relax and make yourself at home. Владимир Лайф пишет. Я, кстати, так же бегаю и реле, как она. Владимир, это не очень странно, на самом деле, в наше время. Ох, ни хрена себе, что за грогнок. There you are, the revenant that Louis sees so much potential in. I'm Davis. I go around for the provisional government as part of the investigation into the depths. Just as a warning, try not to stir up any trouble. If you do, I won't be able to do my job, and, well, you get it, right? Нет. Не понял.
Так, у нас есть очки на новый уровень. Прокачиваемся сразу до 8-го. Потом будем разбираться в скиллах. Сейчас мы просто качаемся. Что за подарки? Лотбоксы? Не выбран подарок. Лотбоксы. Не, я шучу. Я не знаю. Да, подожди с блестяшками, чат. Ого. Понял. Так, это просто точка интереса, да? Дизайн окружения достаточно детальный в этом убежище. Да, как бы здесь все норм. А вот сама карта, сам уровень был какой-то, ну, такой себе, честно говоря. Да, это местный Nexus, похоже. Пей. Играй в карты, пей. Зачем нам этот зум здесь? Дальше разработчики, поясните, пожалуйста. Для чего нам, в принципе, здесь нужно? Так, хорошо. Зеркало. О, для тех, кто не видел редактор персонажа. Давайте я вам покажу его немного. Видел трейлер новой колды? Да, видел, но сегодня еще раз посмотрим. И монстром посмотрим, после того, как закончим с этой игрой. И перед тем, как пойдем в... Короче, посмотри на одни только оттенки кожи здесь. Волосы. Несколько цветов. Допустим, можно что-то делать от такого вот Макара. Что у него на голове? А, это маска, типа пролез... понятно, чат. Хорошо, что у нас из-за челки не видать. Тут просто каждый предмет ты можешь присовокупить хоть под, я не знаю, хоть к локтю, короче, вот эту маску. Мы ее прилепили на этот, но немного увеличили в размерах. И из-за этого она как-то... Ну, короче, это сложно объяснить, но выглядит нормально, короче. Вот. Можно глаза выбирать, как понимаете, для нашего персонажа тоже очень важный параметр. Кто не в курсе, что это такое, это даже блеск на глазах, япона-мать. Ты можешь выбирать, в какую сторону будут блестеть, короче, лучи света в их глазах. Это просто... И для каждого глаза, понятное дело, отдельно. Вот. Ну, брови, это уже банально. Тоже для нас не имеет никакого значения. Макияж тут тоже просто охренеть. Сколько всего, тоже цвета выбираешь... Шрамы разные на персонаже. Грим. Тоже куча всяких вот этих вот подробностей. Тут очень много всего. Ты реально очень много можешь всякого делать. И лучше все-таки вначале посмотреть. Там уже готовые презеты персонажей были. А это просто отвал башки, реально. Для Павла Богомолова, наверное, это просто, ну, реально очень-очень-очень важная игра. Вот, ну, как бы. Так. Одежда. Ну, тут можно тоже всякое выбрать. Вот тут маловато всего. Но при этом каждому, вот, допустим, вот это мы выбрали. Ее тоже можно настроить. Рукава, допустим, убрать можем. А, это перчатки. Вот такое, да? А можешь ушки поставить? Могу, конечно. Цвет можно выбирать всего. Я не знаю, почему она посветлела внезапно. Прости, чат, прости. Я должен был это сделать, я не могу это объяснить, но моя 2B сломалась. Она сломалась. Так, хорошо, что я тут хотел там? А, ну да. Все, чат, я надеюсь, ты счастлив. Все, просто все, окей? Чапаев, прости нас. Маску тоже можем выбирать, какая у нас будет в катсценах отображаться. Давайте посмотрим. Такая, либо такая, либо такая, либо вот такая. Настройка, короче, довольно-таки мощная. Так, ну, в принципе, конечно, оно все... Собственно, на этом наши полномочия как бы и все. Чат одобряет? Да.
А сиськи где? А здесь уже ничего менять нельзя. То есть персонажа создавать здесь уже... уже нельзя. То есть ты только можешь косметику всякую делать. Вам рили это нравится, анимешники кляти? Прокси, когда-нибудь ты знаешь, ты повзрослеешь, и ты поймешь, что существует миллион разных людей с миллионами разных вкусов. Кому-то нравится хурма, допустим. Я хурму вообще не перевариваю. У всех свои вкусы, понимаешь? И если тебе что-то не нравится в жизни, это не значит, что ты не идиот. Как и то, что ты идиот, это тоже, в принципе, не значит. Все хорошо, расслабься, просто не по твой вкус. Как можно любить хурму? Это просто отвратительно. Так, и чё, куда идти? Что случилось с Туби? Ты отходил, что ли? Я показывал персонажа просто. О. Так, мужик, мужик. The ability to draw strength from experience. Sorry, but could I get a sample of your blood? We might understand more if we analyzed it. Иначе зачем я проделал весь этот путь? So you won't need to worry about bloodthirst. It'll take a while to get the results. Take it easy in the room back there while you wait. Окей. Слушай, давайте нам сейчас всю игру, короче, заспойлерите. Уже хватит, по-моему. У нас эта комната открылась. Это хаб, да. Как в Dark Souls, допустим, Маджула. I've done what I can to look into your talents and have confirmed something surprising. Revenants have blood types that differ from those of humans. These types greatly affect a revenant's abilities. However, your blood has no specific. А может дальше этого места пройти ты не можешь, типа все, хаб и конец. Может быть, посмотрим. Your abilities and the fact that you have no specific type might be due to your being what we call a void type. You were able to gain another revenant's power through a vestige, right? That phenomenon is unique to void types. Это бета, а не демка. Тут разве не вся игра? Да, но в наше время бета это просто, ну, часть контента небольшая. Допустим, бета была Dark Souls 3 в свое время. Там можно было только по лотрику немного побегать и подраться с танцовщицей, по-моему. Ну, то есть это, по сути, как и демка, и бетка одновременно. По механике игра немного дубовая, Дример. Но, типа, я тут уже просто все подробно рассказывал, показывал. У нее есть свои заморочки, которые очень прикольные. Давай. Давай. Сделал со мной. Универсальный, но хрупкий, позволяет быстро уклоняться и парировать. Вы получили новый код крови. Did you go visit Murasame and Coco? They should be ready to do business now. Okay. Weapons and blood veils are vital parts of a... Так, новый код крови. Я могу его прямо здесь поменять. Во-первых, берсерк появился, которого мы после босса убили. Улучшает силу и стойкость, обладает малым запасом ихора и требует хорошей защиты. А у ворота это клево. Я люблю уворотчиков. Так, надо посмотреть, что у него есть, в принципе. А я яд могу теперь сюда поставить? А, если я изучил способность... на мастера, то в результате, даже несмотря на смену кода крови, я, походу, могу ее использовать, да? Походу, так. Так, слышь, продай. Понял. Но я же уже, блин, хотел бы поговорить, ну, типа, как мы дальше-то пойдем? Слышишь ты? Even the lost are valuable customers if they bring. Так, купить предметы. If you want it, I got it. Концентрат, химический светильник, берем. В смысле, блин, у меня денег нет. Подарить ценности, получить предметы. Что за цены? А, типа эти вещи можно сдавать, и по сути это только для этого и нужно, да? I'm not sure you're cut out for business. В самом смысле.
Так, очки обмена у меня один в результате. Но я так понимаю, там что-то писали про то, что в разных местах, если ты будешь отдавать эти предметы, тебе будут больше давать очков. Вот. Так, очки 4. 6. 9. Блин, 9. Так, получить предметы. Улучшатель временно повышает. Небольшое временно. Так, какая-то лажа. Я просто пробовал. Короче говоря. Так, ну в целом, короче, понятно, ладно. Нам сейчас это не нужно, потому что мы только разбираемся в игре. Что это такое? Это сюжет? Доступ к глубинам. Приносите Дэвису на базу карты глубин. Так можно попасть в разные области глубин. Враги страшны, исследования сложны, но там много дымки и материалов для улучшений. Угу. Походу, демка закончилась. И... Сейчас мы просто можем двигаться снова, ну вот, допустим, смотри. Мы можем переместиться сейчас на локацию и добывать там всякое вот это вот. А, телепорт закрыт. Короче, заниматься гриндом, по сути. Но это не точно. Так, ну я со всеми поговорил, давайте попробуем еще раз как-то выйти отсюда, потому что я хз, что делать дальше. Будет анальный рыцарь? Сегодня нет, сегодня мы будем Эрсуфер добивать, как с этим покончим. А, во. Спасибо, что играли, слышь. Алло. Выстоят лишь те, кто воскреснет. Понял. Обидно было. На самом деле, могли бы вот эту вот всю скучную механику на релиз оставить уже, чтобы там можно было разобраться. Зачем вообще было открывать доступ ко всяким торговцам, если в результате, типа, тебе все равно это ничего не дает. Просто бесполезная трата времени. Но ладно, по крайней мере, увидели, как оно работает. Вы завершили основной сюжет в демо-версии. Следующий контент доступен только в демо-версии. Приятной игры. Так, смена партнеров у Омелы. Особый код крови, карту глубин высокой сложности, чтобы... Так. Мы сейчас попробуем сетевой режим. Отличный баланс ближнего боя, множество... Получили новый код крови, Сида. Короче. Так, сейчас я хочу попробовать следующее. С этой игрой, в принципе, покончено. Однако... Здесь есть. Нам, походу, сначала на локацию надо переместиться. Сейчас будем учиться менять партнеров. Эта игра образовательная, понимаете? Так, все, поговорили. Теперь мы... Приносите Дэвиса на базу карты глубин. Как мне туда попасть? Вот в чем вопрос. А, вот телепорт. Ну все, пойдем тогда. Вот в катакомбы, сейчас попросим. Либо попросим, либо кому-нибудь. На самом деле выглядит клево, ждем. Ну, на разок. Разок, я думаю, с вами тут сюжет такой забавный. Пройти будет интересно. Если она выйдет, конечно, вовремя. Если она выйдет там где-нибудь, когда будет просто все завалено релизами. У некоторых есть отбитое такое желание выпустить игру, допустим, одновременно с выходом новой колды. Там какой-нибудь еще эксклюзив от Sony выходит, Death Stranding. И они такие, блин... У нас все шансы, давайте выпустим игру одновременно вот со всем вот с этим. Мы точно выстоим. Короче, их игру после этого никто не покупает. Да? Вот, если такое будет, то, понятное дело... Так, поиск сигналов бедствия. Я приду к тебе. Кого будет? Никто не пода... Алло? Зрители, кто-нибудь из вас играет, подайте сигнал бедствия. Уж кого поищем? Пароль для подбора. Тут реально можно со своими играть. Окей. Ни у кого пока не работает. В смысле, тут нельзя. Что значит тут нельзя, если оно тут ищется? А? Поясни мне. Ты будешь проходить Medieval? Зависит от... Данж зайди, оттуда попробуй. В какой данж? Ты о чем? Я сейчас на уровне, я должен... Ну, я должен суметь переместиться к кому-нибудь. Тебе дали карту, попробуй отдать ее Дэвису. Там что-то про город. Хорошо, погнали. Давай сходим.
это прямо дарк аниме. Да, это прям аниме соус. Хорошо, телепортируемся обратно на базу и отдаем карту Дэвису. Посмотрите, ничего не произойдет. Дарк Вейн или Кот Соус? Огурчик. Это... Отстань. Твой глупый чатик. Это Darksiders 4. Даже тут бесите. Да, понятно. Это игра от Фромов про вампиров? Нет. Окс, это не игра от Фромов про вампиров. Нет, я не играл ни ОХ 2. Я не хочу себе спойлерить. Нет. Yes, this is a map of the depths. If you want to go to this location, tell me, and I'll guide you there. Ну, типа, let's go. I'll lead the way. Just tell me where we're going. Глубины жертвенный город. Цель этого задания найти три ключа, которые охраняют опасные враги в глубинах, и открыть запечатанные врата. Короче, жопорвач, походу. Come back immediately if you sense danger. Ага, спасибо, чат. Я что-то как-то не был уверен. Это Нир Автомата, только с маленькой жопкой. Да. Становится жарко. Трот, спасибо за год. Спасибо. Понятно, что мы, в принципе, ее сейчас играть не будем. Мы просто попробуем мультиплеер. Потому что с этой игрой в целом, я думаю, все уже поняли, что хотели от нее получить, что получили в результате. Stay alert. Uncharted territory. Найти три ключа, которые охраняют опасные враги. Угу. Мы, говорит, на Uncharted территории. Угу. Так. Поиск сигналов бедствия. Там-то было просто, поэтому там никто не просил. А здесь-то сейчас, наверное... А-а-а! Сложно там. Давайте проверим сетевой код. Могут быть баги. Это бета сетевого теста. Поэтому сейчас кто-нибудь начнет свои экспертные мнения высказывать по поводу того, что... О, боже. Вито! Вито Скалетто! А что у тебя меч такой маленький? Компенсируешь, да? Ну, давай посмотрим. А что FPS-то сразу умер? М? Я тебе помогу, конечно, но ты на многое не рассчитывай, потому что... Ну, как бы, я не хочу показывать тебе прямо уж скилл. Иначе ты... Мои приемы-то все выучишь, а я-то типа лучше тебя в любом случае играю. А где FPS? А что происходит с твоим кодом? Почему все так херово работает? Блестяшка моя, алло. Что он тащит? Я молодец, если способности не посмотрел вообще. Не, ну я как бы, если бы добежал, они бы быстрее, конечно, умерли. Лагает, конечно. Но я поставил любой регион, по сути. Плохо дерется, конечно, плохо парень дерется. Слушай, он мечом ваншотает практически всех. Это вообще законно? Чё-то все очень плохо в плане FPS. Вот реально неприятно играть. Когда начинается заруба, FPS реально падает где-то до 15, наверное. Не знаю. Эй. А я... Но... How about this? Slow-mo. Вот это было болезненно, конечно. Так, вот у нас реген. Это реген какой-то так себе. Охолонись. Боже, я никогда не понимаю, что там происходит. Слушай, у него меч дамажит просто как надо. Понял. Так, у меня нет хилок вообще, в принципе. Я вижу,
Я был не очень умно, я мог умереть. Так, я все, я ГГ. Но с таким FPS играть, конечно, не очень весело. Выбились из сил, и все, и вы умерли. Так, ребята, с этой игрой покончено. Короче говоря, мы поняли, как работает вот эта тема. И вообще, в целом, возможно, эту игру я пройду с кем-нибудь. Вон, допустим, с Тёмой, если он, типа, будет не против, конечно. Потому что игра вроде неплохая, но не знаю, насколько меня хватит в ней на одного, потому что, ну, блин. Так. Повторюсь, она неплохая, но по опыту того же Абзолвера она будет гораздо более веселой, если мы будем играть ее вдвоем, вот. Слышал про игру Void Bastards? Знаю, да, у меня есть на нее ключ. Вот, короче говоря, Тёма в аниме играет. Да я думаю, будет смешно троллить его этим. Так говно или шедевр? Я думаю, что-то среднее. Мне понравилась боевка, но с ней реально, на нее нужно привыкать. Она достаточно странно ощущается, на мой взгляд.